И все привет, друзья, вы на канале Хроматический Вольт. И наконец-таки, когда-то 1 неделю назад я снимал ролик про эту игру, мобильную версию. Ну там, нафиг там, в пятницу или как. Ну, как-то переводится эта игра. Но, если так, вдруг, ну... В общем, 1 неделю назад я выпустил 4 ролика про эту игру. Вот. И еще там и выложил эти ролики про эту игру. Ну, сейчас вы видите, это мод. Это про мод добавляет одного персонажа из Among Us. В Among Us я никогда не играл. И там вы видите красный Амогус, да, в руке держит микрофон. У него в руке, что ли, там, пистолет или то. Или что-то он в руке держит. Ну, такой вот, выглядит красненький. Такой, я случайно нажал. Так, давайте вот так вот. Вот. Не обращайте на внимание рекламу. Не, все не обращайте, не надо брать это внимание. Вот я вижу вот эту рекламу, надо убрать. Все, чтобы вы не видели. Вот. И ну, уже прошло неделя, и видео будет об этом. Да. И это по названию ролика я буду на сложности играть. Ну, здесь проходить. Но смогу ли пройти? Ну, там, Girlfriend, там. И этот. Ну, в общем, вы поняли. Ну, сейчас вот такой ролик. Я решил просто выложить. Вот снял про эту игру. То я набрал 557 просмотров. И я охренел. Я вернулся ради просмотров. Все это. Потом я вижу, что ученый-черного 2.0 набрал 300 почти просмотров. Он посчитал в калькуляторе. Вот так вот. Это мои подписчики смотрели на него. Ну и Максима тоже смотрели. Я заметил, что просмотры стали больше. И там они начинают снимать про эту игру. Проходите, Максим прошел игру. И еще там я заметил, что там на канале Слава Гладко написал Даня Бондаренко, якобы поиграй, сделай обзор на эту игру. Потом, ну, Слава Гладко увидел комментарий, он сделал обзор на эту игру. И я заметил, что он поиграл в эту игру. И там Даня Бондаренко написал, тогда, ну, если ты сделаешь обзор, я поставлю лайк. Ну и пишет Максим, спасибо за обзор, да. Или по-другому, может быть. Да, уже новая эра начинается по формату, что нужно укладывать. Куда же без этого? Я тоже, мне просил Максим, чтобы я сделал. Вот и сделал. Теперь будут по этой игре выходить ролики, но в неделю. Чтобы я делал перерыв. Я устаю просто тупо монтировать и все. Так, давай, ну, мы заговорились, давайте выберем сложность. Рекламы, как они мне мешают, не обращайте на всю эту херню. Так, начинать. Я выбрал сложность. Так, включаем, чтобы я смог. Я не очень мал, но на медленных я могу вряд ли. Так, не отвлекаемся. Так. Надо всего лишь вот так сделать таким образом и все. Так, раз, два, три, четыре. Вот это легкий уровень, я бы назвал. Но я выбрал на сложность, не знаю, что из этого получится.
Ой-ой-ой. А, все удачно уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, мне все получается. Ой-ой-ой, блин. Короче говоря, мне удалось пройти на сложном уровне. Буквально, я прошел на сложном. А вот сам Амогусом красным, это главный герой там какой-то, главный персонаж. Ну, вы можете зайти в Play Market, написать Among Us, и вы видите там, картинку этой игры. Там стоит главный персонаж, красный Амогус. Тут главный. А другие все они главные, они вот по цвету отличаются. Вот эти вот назвали Амогусом, и все. Ну, пройти за этого мне кажется трудно. Я тестил, но у меня ничего не получалось. Я все это быстро не могу. Ну, давайте попробуем. Рискнем сейчас. Сейчас будет сложно. Реально, аска будет. Я вообще не успеваю. Как мне вообще проходить? У меня уже руки начинают, ну, не знаю, они устают. У меня ужасно руки, ну, начинают чесаться или что-то там такое. В общем, пройти там я не могу почему-то. Ну, вы видели, как мне не удается. Все быстро там, а могу там. Что там делает? Ну, пройти этот уровень для меня очень трудно. Я вообще не могу, не умею играть. Вот за Гёв это, то есть песню удалось пройти. Но это все медленно, быстро я не могу. Так что я не профессиональный, я новичок. И мне попросил Максим, чтобы я сделал. Вот и сделаю. Теперь будут ролики по этой игре. Возможно. Ну, возможно, будут другие моды. Я не знаю вообще, как пройти. Я пытаюсь совсем пройти уровень, но в итоге ничего не получается. Вот так вот. Ну что ж, сам вам ролик понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Хроматический Вольт. До скорых встреч. Пока-пока.